Тайвань хочет присоединиться к международным учениям в области кибербезопасности. Об этом сообщил вице-премьер островного государства Джан Саньчжэн. По данным американской фирмы FireEye, которая занимается вопросами кибербезопасности, в 2014 году Тайвань стал рекордсменом в Азиатско-Тихоокеанском регионе по числу совершенных на него кибератак. По словам вице-премьера, Тайвань подвергается многочисленным кибератакам с материкового Китая, и что тайваньские силы безопасности в нескольких случаях смогли идентифицировать нападавших. Мы отследили IP-адреса, которые привели нас в материковый Китай. Мы также знаем, какие подразделения их киберармии делают это. Мы знаем, кто из них нацелен на Тайвань. В их киберармии есть разные подразделения. Одно нацелено, например, на Южную Корею, другое — на США. Джан Саньчжэн сказал, что Тайвань хочет применять международные механизмы предотвращения кибервойны, которые уже используют его союзники. В США есть учение CyberStorm, правильно? Нас никогда не приглашали. Я думаю, мы бы хотели, чтобы нас пригласили. Вице-премьер также отметил, что вести переговоры с властями КНР с призывом остановить кибератаки не имеет смысла, поскольку это только заставит их действовать более осторожно.